Краснодарским краем ведется работа по подготовке краевого закона, и органами социальной защиты ведется опрос граждан, значит, по категории «дитя сироты войны». Что это значит? Мы опрашиваем граждан, которые на момент Великой Отечественной войны с 22 июня 41 по 3 сентября 45 были несовершеннолетние. И в этот период они потеряли одного из родителей во время военных действий. Вот. Для этого гражданам необходимо обратиться в органы социальной защиты. Значит, составлена небольшая совсем анкета, пройти опрос, и представить, если имеются у них документы. Ну, то есть, либо это свидетельство о смерти, либо это, допустим, без вести пропавший гражданин. Вот. Если даже у гражданина нет подтверждающих документов, все равно нужно обратиться в управление, мы тогда зафиксируем, что нет подтверждающих документов, и внесем это в базу. К слову сказать, на территории Центрального района предположительно может быть более 9 тысяч таких граждан. Предполагается, что будут новая социальная категория. Соответственно, если это вносится изменения в краевое законодательство, будет нести за собой, возможно, социальные выплаты.